Сегодня очень благоприятный день, поскольку сегодня день явления Баларамы. Шрила Рупа Госвами говорил, что джива в своем совершенном состоянии может обладать 50 качествами, свойствами природы божественного. Шива обладает 55 качествами своей природы. Вишну обладает 60 качествами в своих рамках или в своей природе. Кришна обладатель 64 качеств. Но Баларам, первая экспансия Кришны, обладает 62 качествами. Гайрадж Госвами говорит Чайтанья Чаритамрите, только Кришна является Верховной Личностью Бога. Все иные боги и полубоги, все иные божественные личности занимают подчиненное положение по отношению к Нему. Все остальные живые существа находятся, пребывают в настроении служения Ему, включая Баладеву. Несмотря на то, что его природа наслаждающаяся, подобно Кришне, он желает служить Кришне. Одно из его имен — Ананта. Будучи Анантой, он распространяет себя, свое существо, великое множество форм ради служения Кришне. Krishna needs to sit somewhere. It's not that he thinks, "Oh, I'll go get a chair." He becomes a chair. Кришна желает сесть, и ему не приходится думать, мне нужно пойти и взять кресло. Ананта становится его сиденьем. Krishna needs a bed. Sheshayi and his expansion of Ananta Shesh with the serpentine heads, his soft belly, that becomes the bed for Krishna. Кришна нуждается в ложе, и Шашана становится его ложем. Он становится браманским шнуром Кришны. По-разному, самыми разными способами он распространяет себя ради служения Кришне. Together with Yoga Maya, they meet and script Krishna Lila. Вместе с Йога Майей они устраивают, пишут сценарий Кришна Лила. And how Anantadev Balaram expands and becomes the basis of all existence is also not a struggle for him. То, каким образом Баларама становится существом, которое является основанием или источником бытия, для него это порождение бытия не является трудностью, не является трудной задачей. It's mentioned as an aside
Yes. Something like. By the way, yes, I see. Central story. Yeah. By the way, on this. Эти моменты описаны в Шримад-Бхагаватам, описаны как, есть упоминание, как есть центральная история, центральное описание его природы, и на эти моменты есть лишь легкое указание. К примеру, история того, как он убивает Праламбасуру. Playing with the cowherd boys when they someone is defeated, you have to carry them on your shoulders as the punishment. Кришна и Баларам играют со своими друзьями, пастухами, и в этой игре, в этом сражении, победившая сторона, проигравшая сторона должна нести на своих плечах победителей. And when they're playing that particular day, Krishna and Balaram look at each other and kind of, you know, make some eye contact. That one over there, the one cowherd boy, he's suspect. И в этот особенный день, когда происходит эта игра, в один из дней, когда они играют таким образом, Кришна и Баларама, находясь в кругу своих друзей, мальчиков-пастухов, начинают обмениваться многозначительными намеками, делают ужимки, намекают друг другу на что-то. И причиной этому служит то, что в их кругу оказывается некий мальчик, относительно которого они испытывают подозрение, кто он такой. But something about his mood, something they have to keep an eye on. Внешне он выглядит как один из них, однако что-то внутри него, его настроение или его жесты, его поведение вызывают на подозрение. So when Balaram, his group is defeated, he had to carry this Pralambasura on his shoulders. И когда группа Баларама терпит поражение, то Баларама должен, согласно договору, нести... Праламбасур, в конце концов, как проигравшая сторона, должен нести Баларама на своих плечах. Но Праламбасур стал водрузил Баларама на свои плечи, уносить его прочь от Кришны и его друзей, с тем, чтобы убить его стороны. И, унося Господа Баларама, он стал принимать свою изначальную демоническую форму. Yes. In this way, Balaram, in his spare time, is the foundation of all existence. И как было сказано, то истина, то обстоятельство, что Баларама является основанием или фундаментом, его личность является основанием, на котором движется бытие, существование. Этот момент, эта составляющая его природы, является второстепенной и незначительной, подобно тому, говорит Бхагаватам, как соединяются нити в полотне, в ткани. Одна нить идет так, другая нить идет перекрестной ей. В настоящее время среди современных ученых популярна так называемая теория нити. Да. И Бхагаватам говорит, что подобно тому, как нити образуют ткани, скрещиваясь друг с другом таким образом, также и он, Баларама, Баладева, сплетает или является источником ткани бытия. Он является силой гравитации, силой притяжения и олицетворенным притяжением, олицетворенной гравитацией. Expanding into a giant demonic form. Oh, this Baladev, very heavy.
И вот внезапно, и вот когда Бхагаван Басура принимает свое демоническое обличие, он начинает чувствовать, для чего тяжел этот Баларама. И Баларама говорит, я знал, что эта личность вовсе не была мальчиком-пастухом. Я знал, чувствовал это с самого начала. И Баларам известен как человек, как личность, не склонная к дипломатии. Он предпочитает действовать грубо и прямолинейно. Он тут же взял свое оружие и одним движением убил Прахламбасуру. Шрила Гуру Махарадж, описывая природу Баларама, рассказывал следующее. Он говорил о том, что Кришна и Удава, их природа иная. Они имеют привычку собираться вместе и устраивать долгие совещания, в которых они обсуждают дипломатические тонкости, хитрости, тактику, которую нужно применить в том или ином случае, и склонны действовать изощренно. Тогда как Баларама, слыша их совещание, говорит, какой смысл во всех этих разговорах? Одним движением своего оружия я положу конец всем проблемам. Мушалапани. What's his name? Yes. Он известен как тот, кто носит плуг и булаву. Два оружия, плуг и булава. В своем состоянии божественного опьянения он приказывает Ямуне явиться к нему, предстать перед ним. Ямуна говорит, он опьянен, я не хочу иметь с ним никаких дел. Тогда Баларама берется за свой плуг и насильно тащит к себе Ямуну. И говорится, что благодаря тому, что Баларама тащил Ямуну своим плугом, осталось великое множество ручьев или борозд, да, разливов, которые сохранились вплоть до наших дней, они существуют в районе нынешнего Дели. Рупа Госвами говорит своим Бхакти Расамрита Синду, что в другом случае, также в состоянии опьянения, Баларама говорит, я способен разрушить, я готов разрушить всю Вселенную, и я знаю, что это не вызовет возражений Кришны. И сам Кришна испытывает великую признательность, любовь к Баларама. Иногда, когда Кришна в обществе Баларамы вступает в лес, он говорит ему, выражая свое восхищение, «Только посмотри, как эти деревья склонились до земли под тяжестью плодов». И Кришна рассказывает о том, как весь Вриндаван испытывает любовь к Баларамы. И как удачливы те гопи, которых он обнимает. But
the Braja Gopis, Balarama is offering that as service to Krishna from within his heart. Но несмотря на все это, он настолько поглощен настроением слуги, что Шрила Санатана Госвами говорит, даже совершая раса-люлу, танцуя с Гопи Вриндавана, он в сердце своем предлагает испытываемое им наслаждение Кришне. Balaram will lie in the lap of a cowherd boy, Krishna fanning his elder brother. Иногда, когда Кришна, Баларама и их окружение играют в гуще вриндаванских лесов, усталый Баларама ложится, кладет голову на колени одному из друзей пастухов, и Кришна начинает обмахивать веером, опахалом своего старшего брата. Sometimes Krishna defeats his mood of servitor by serving him. Иногда Кришне удается одержать победу над его настроением слуги, когда он, Кришна, служит ему. My favorite pastime, because there I want to serve you and I'm checked on account of being your younger brother. So I don't want more pastimes like that. My favorite, I'm the elder brother, you're the younger, and I care for you. Более того, его настроение проявляется также и в его чувствах относительно их игр Кришны и Баларамы в образах Рамачандры и его младшего брата Лакшмана. В Кришне-лиле Баларама старше, Кришна младше, но в Рама-лиле все остальное, все наоборот. Рамачандра старше, Лакшмана его младший брат, и это вызывает недовольство изначального Баларама, который говорит: «Я не могу служить тебе подлинным образом. Здесь, в Рама-лиле, я занимаю положение младшего, и в силу того, что я младше, я не могу служить тебе так, как если бы я занимал положение старшего по отношению к тебе». Preventing anyone from tasting these sweet fruits. Однажды до Кришны и Баларамы дошли слухи, разговоры о том, что есть один лес, в котором растет множество деревьев с необычайно вкусными плодами тал. Однако в этом лесу живет великий демон Дхенукасура, имеющий обличие осла, и целая банда, да, свора этих ослов, его друзей, которые также прибывают, демонов, прибывающих в обличьях ослов, и эти демоны настолько жестокие и кровожадные, что они едят людей. Они едят людей, и они также едят эти плоды тал. Баларама говорит, это неприемлемо. So there's like this, he started shaking the tree and all the fruit started coming. И вот Кришна, Баларама оказывается в этом лесу, и Баларама начинает раскачивать стволы этих огромных деревьев, и плоды падают на землю. Then that caught the attention of Dhenuka, who is a big ass. И это привлекло к себе внимание Дхенуки, который был огромным, гигантским ослом. Не испытывая никакого страха, он приблизился к Баладеве и пытался убить его, легая его в грудь своими копытами. Balaram, thank you very much. Took his hind legs, swung them around and threw
as he swung him around like a centrifuge, his life there left the body, threw him into a tree, and the tree like domino. Баларам говорит, спасибо большое, хватает его за задние ноги и начинает раскручивать, как на центрифуге. И со свистом, с шумом этот осел летит, заброшенным на самую вершину дерева Тал, и остается висеть там. Само его имя Баларам, Баладов, Бала силы указывает на его необычайное могущество. Тогда другие ослы появляются на сцене событий, и испытывая страх, видя, что их глава, их вожак уже убит. И Кришна разбрасывает. И Кришна начинает хватать их и разбрасывать направо и налево, убивая их. Ужасная кровавая сцена, потоки крови, красота насилия. И Авадут Махарадж говорит, прямо по Тарантино. Тогда, когда лес очищен от ослов демонов, мудрецы и другие обитатели тех мест могут наслаждаться прекрасными плодами. Шрила Бхактивинода Тхакур в своем произведении Чайтанья Шикшамрита объясняет скрытый, сокровенный смысл этих событий, этих игр. Он говорит, эти фрукты Тал представляют собой, символизируют собой сладостную суть религии. Дьявакасура и его клан олицетворяют собой мирских религиозных администраторов. Людей, которые сами не способны наслаждаться вкусом этого плода, вкусом, сладостью религии. Но при этом они хотят быть уверены в том, чтобы и другие люди были лишены доступа к этой сладости. Бхактивинода Тхакур описывает это, такое явление, как препятствие на пути преданности, которое должно быть устранено. И, конечно же, в играх Махапрабху он является Господом Нитянанда Прабху. Наратан Дас Тхакур говорит в одной из своих песен, невозможно вступить во Вриндаван, не обретя первоначально, предварительно милость Господа Нитянанда. В другой песне он также говорит, невозможно, не обретя милость Нитянанда, вступить в мир Браджа Сева, служение Шри Шри Радха Говинде. Махапрабху наказал Господа Нитянанде, приказал ему идти в Бенгалию и проповедовать бенгальцам Кришна нам, имя Кришна, концепцию Кришны. Что,
что сделал вместо этого Господь Нитянанда? Он отправился в Бенгалию, вместо того, чтобы проповедовать Кришну нам и славу Кришны, он стал проповедовать имя Гауранги и славу Гауранги. Почему? Прабхупада Сарасвати Такур приходит к нам на помощь в понимании этого. Он говорит, путь, ведущий во Вриндаван, заключен в лотосных стопах. Этим путем является служение лотосным стопам Гауранги Махапрабху. Он говорит, люди, которые наделены крита-пуньях, наделены особым разумом свыше или особой удачей, то же самое, что в сумедасах, люди, наделенные разумом высшей природы. Эти люди, говорит Прабхупада Сарасвати, они примут это служение лотосным стопам Махапрабху. И далее он говорит, и если происходит так, если человек обращается к этому служению, к лотосным стопам Гауранги Махапрабху, тогда глубоко в глубинах его сердца, естественным образом, глубоко внутри его существа начинает струиться, течь нектарный поток, он называет это Рада Раса Суданиди, океан нектарного служения Шримати Радхарани. Шрила Бхактивинода Такур дает такое определение Вриндавану. Он говорит, что есть Вриндаван. Это то место, земля которого, та земля, что является сознательной субстанцией, живой сознательной субстанцией. Сама земля того мира украшена отпечатками следов, стоп Шримати Радхарани, ступающей по этой земле. Он говорит, если на этой земле, если на земле есть такие отпечатки, знайте, что это место Вриндаван. Но также говорят, что Баларама Нитянанда является общим или первоначальным олицетворением, проявлением принципа личности гуру. В его ведении находится, находится шанта-раса вплоть до вацали-расы. И в Мадура-расе, в Мадура-расе он становится Ананга Манджари в Кришна-лиле. Нам повезло, это наша удача, что сегодня, по милости нашей Гуру Варги, мы имеем возможность соприкоснуться с сознанием Баларамы Баладевы. Когда мы были молодыми преданными, мы всегда слышали о том, что ради обретения духовной силы необходимо молиться и обращаться к Баларами или Нитянанде Прабху.
Мы видим примеры того, как иногда некоторые личности, некоторые преданные были, казалось бы, изгоняемы из лилы, из игр Махапрабху, но даже несмотря на это, Нитянанда Прабху неизменно давал им свое прибежище.